Человек пишет в скайпе, тебе удалят канал, go в скайп срочно. У меня тут мама с тобой хочет поговорить. Молодой человек, это же ваш канал. Как Егор называется? Сед. Намерена написать на вас заявление в полицию, чтобы закрыли ваш канал. Повестка о вызове на допрос. Собственно, мы пришли, все мы видим, да, полиция. Сейчас мы тоже с вами попробуем зайти сюда, правда, на моей стороне. Собственно, мы пришли, это у нас полиция. Все мы видим, да, полиция, все серьезно. Иду по повестке сюда, которая как раз-таки пришла мне в том ролике, все ее видели. Тут прям полицейский ходит, все серьезно, вот дедок какой-то заходит. Сейчас мы тоже с вами попробуем зайти сюда, узнать все, что тут по повестке нам скажут. А там посмотрим, правда, на моей стороне. Именно по этой повестке, друзья, вот, она присутствует в предыдущем ролике, да, ссылочки на описание ролика, где мама Грифер разблокирует мой канал. Все знаем эту историю, вот она продолжение. Именно по этой повестке я ходил в полицию, естественно, дальше меня не пустили, потому что, ну, попробуйте, придите в полицейский участок к следователю, да, и попробуйте там снимите его лицо, да, поговорите с ним, посмотрим, что с вами будет. Все мы знаем, как наша система работает. Дальше я не стал снимать, мне сказали то, что я выиграю дело, и поэтому... Я перестал переживать, потому что все доказательства налицо, вот ролик, вот другой ролик, да, где Грифер убивал меня. Поэтому я это выиграю дело, я ничего не боюсь, посмотрим, как оно будет. Если что, будем снимать эту маму вживую, как получится. Ребята, главное, правда, на моей стороне, и ваши комментарии, они прям помогают, они бодрят, они на моей стороне, и всем прям спасибо, я прям чувствую силу, прям, вот, вы прям молодцы у меня. Вы прям красавчики, я прям вам тут лайк такой вам всем ставлю. Прям потому что 73 тысячи лайков и миллион просмотров, это прям поддержка. Пацаны, девчата, прям вот спасибо вам всем. Посмотрим, как будет, ребят. Ставьте лайки, прям, молодцы. Дорогие друзья, вот человек пишет, который у нас снимался в ролике, где мама не угрожала. Вот он, бери трубку, мама поговорить хочет с тобой срочно. Вот он, в принципе, звонит. Стойте, мне нужно пару секунд, сейчас, стойте. Алло. Алло, здравствуй. Привет. Ты мне пишешь, мама со мной поговорить хочет. В чем проблема-то опять? Да, ну вот она сейчас с тобой поговорит. Ну давай. И здравствуйте. Здравствуйте. Вы извините меня, пожалуйста. Я тут хотела извиниться перед вами. Я пересмотрела еще раз ролик на вашем канале. И все-таки поняла, что... Неправда был мой сын. А... Я почитала там отзывы негативные в мою сторону. И, видимо, все-таки я была не права. А, то есть вы все-таки открыли ролик, да, где ваш сын все-таки гриферил, портил жизнь игрокам. Вы поняли, что он не прав. Да, я сама просто увидела, что и убивал, и банил там. Да, да, вот он все это как раз сделал, понимаете? Я просто тоже ходил уже по повестке, куда надо. Мне сказали, мне то, вот что... Мне вот тоже пришла повестка. Да, я просто думала, может, мы как-то с вами уже договоримся, да, и решим это мирно. Я отправлял встречное исковое заявление по поводу оскорбления чести и достоинства личности. Вы меня оскорбили публично, обвинили в ложном, значит, фактах, которые я не совершал. Вот, причем публично. И, естественно, я направил вам тоже исковое заявление. Я знаю, где вы живете, то есть мне все рассказали в полиции. И мне сказали, что это дело я выиграю, потому что у меня есть видео, у меня есть факты, у меня все есть. Понимаете, я по-любому выиграю. Ну, я это уже поняла. Именно поэтому я и обращаюсь к вам. И хочу как бы тоже публично попросить у вас прощения. То есть вы не хотите суда и прочего? Нет, я не хочу. Мне эти проблемы не нужны. И вы уверены? Со своей стороны я и сыну скажу, чтобы он тоже попросил прощения. Я и с ним провела беседу. Он, я думаю, что он тоже понял, что он был неправ. То есть, в принципе, мы отзываем заявление и совершаем мировое соглашение, да? И мы не будем с вами доводить дело до суда, и проблем никому не нужны. Но очень бы хотелось, чтобы дело до суда все-таки не дошло. Егор, иди сюда. Алло. Алло, Егор, привет. Привет. Что хочешь сказать, Егор? Я хочу перед твоими подписчиками извиниться, перед всеми, кого я загриферил. Ну, попросить прощения. Ну,
Я сейчас тоже ролик снимаю, на самом деле, чтобы вы знали. Я думаю, это все увидят. И я на самом деле человек не злой. То есть, если вы хотите, чтобы я прекратил все это, и вы осознали свои ошибки, я, в принципе, прекращу. То есть, я не хочу доводить дело до суда. Я знаю, что могут действительно вменить срок, даже пусть условный. Но это будет срок. Он вам не нужен, я не мразь какая-то. Просто в тот момент как бы тоже все было на эмоциях. Как-то, может быть, даже и не осознавала то, что это может вообще принять такой оборот. Ну, я понимаю, в принципе. Я зла не держу, такой человек. Мне тоже, знаете, суд, ведь все там, судебное разбирательство, все это, доказательные факты, все вот это мне неохота этим всем заниматься. Я рад тоже все это закончить. Раз у вас ко мне теперь тоже претензий нет, у меня к вам тоже нет, в принципе. Вы осознали свою ошибку, да, всем? Ну, конечно. Так. Раз уже я вам сама звоню, сама уже прошу вас об этом. Ну, я рад, на самом деле, что вы сами к такому пришли. Я очень рад, потому что мне все это тоже нервы, все это суд нужен, все это опять, это все-таки лето сейчас идет. Да, у самой уже нервы сдают. Да, у людей... Извините, пожалуйста. Ничего страшного. Егор, ты то есть тоже понял, да, что гриферить больше нельзя? Да, понял. Все, ну тогда давайте все, мирно расходимся и... больше не беспокоим таким претензиями друг друга. Хорошо. Ну, спасибо вам большое. Дай бог вам здоровья. Не за что. И, пожалуйста, еще раз. Ничего страшного. Хорошо. До подписчики свидания. Канала Серджо, простите. Надеюсь, они простят. Думаю, решать им. Но я все-таки думаю, они у меня хорошие. Поэтому... Всего доброго вам. До свидания всем, да. До свидания. Так. Смотри, дорогие друзья, ну, люди извинились, то есть сам грифер, школьник Егорк, он извинился, он понял, что он совершал ошибку, что он гриферил. Мама особенно извинилась. Смотрите, до суда мы не доведем, нам этот суд не нужен никому, потому что у нас своих проблем в жизни хватает, и личного характера, и публичного характера, и на работе проблем, понимаете? Зачем нам лишние вот эти судебные разбирательства? Поэтому я думаю, то, что я бы в суд выиграл, мне и в полиции сказали, то, что я бы в суд выиграл, заведомо. Следователи мне сказали, то, что у меня есть доказательства и все. Поэтому, дорогие друзья, я надеюсь, то, что вы, в принципе, ребята добрые, вы будете на стороне, моей стороне, то, что я не зря не пошел в суд и не добивал дело до конца. Поэтому, но решать вам, то есть... Если вы согласны со мной, ставьте лайки, ребят. Я буду рад, что вы меня поддерживаете. То, что вообще все это закончилось, я решил все-таки доснять, довершить дело до конца. И всем еще раз спасибо, внимание, не переживайте, канал закрытым не будет. Все нормально. Продолжаем снимать ролики, а вы поддержите меня, если вы считаете это необходимым. Всем спасибо, ребята, до свидания, до новых встреч. Ставим лайки.